Всем привет, ребят, с вами снова я, Лиза Шубина, и сегодня у меня проходит фотосессия в таком немножко кукольном варианте. Так вот я выгляжу. Как всегда, у меня прекрасный макияж и укладка от моего визажиста. Такое немножко странненькое платьишко. Фотосессия, в принципе, уже начала проходить хорошо. Мне все нравится, студия очень классная. Как она называется, я скажу попозже, потому что в момент не помню. Вот, а так, в принципе, не переключайтесь, смотрите дальше. Ребята, как видите, я уже дома, я смыла макияж, потому что у меня достаточно сильно устали глаза от этих прекрасных нарощенных ресниц. Нарощенных, накладных. Вот, макияж мне, как всегда, и прическу делала мой визажист Настя. Все было просто шикарно. Вот, и, как вы понимаете, я сейчас буду рассказывать про мое розовое платье, такое прям куколка, вся красота. Вот, да, миленькое платье, но сразу говорю вам огромный минус, за которым мне даже честь обидно, но я все прекрасно и так понимаю. У меня как-никак все-таки не 5 лет. Это из инстаграм-аккаунта, там берут вещи на прокат, так скажем, заплачивают за определенное там время деньги. Вот, и получается, что одежду к вам привозит либо эта женщина, либо курьером. Вот, ну, мы с мамой подумали, посидели, все, класс, ярко, фукси, классное платье, яркий макияж будет, все, бомбезом просто. В итоге эта женщина перепутала заказы и привезла мне пудровое платье вместо фукси яркого.
Хорошо, что она сообщила об этом заранее, то, что она это все перепутала, потому что когда я уже сидела, делала макияж, у меня мама позвонила, такой, типа, фукси не делай, типа, будь пудровая. Вот. Это обидно, правда, потому что я надеялась, что будет что-то яркое, грандиозное, но меня немножко надурили. Ну ладно, со всеми бывает косяки. Но я не расстраиваюсь, потому что в этих фоточках тоже... Ой, в этом платьице тоже получились бомбезные фоточки. И мне, в принципе, понравилось. Конечно, был нюанс, то, что с меня спадало это платье. Мне там прищепками знаете, собирали, всем, чем можно и нельзя. Вот. И она, в принципе, сама по себе была не особо сильно удобная. Вот. Но с этим ничего не поделаешь, поэтому, собственно, да. А так, в принципе, фотосессия прошла просто отлично, мне все понравилось, все было просто супер. Мы были в студии My Plus. По-моему, так они называются, я себе перепутала. Вот. В студии я там была в ней уже несколько раз. Точнее, как несколько раз. Я была в ней пару лет назад на свой день рождения, там фотографировала своей подругой, но это не столь важно. То есть в студии я в этой была, я ее знаю. И, в принципе, сама по себе суть очень классная. Там есть два зала, насколько я помню. И что первый зал классный, что второй. Я была во втором зале, он отчасти... Ну как отчасти? Он в основном белый, такой прям роскошный весь. Но там есть небольшой уголок черного. Там просто... Вот там просто бомбезные фотки в другом мультфильме бы получились. Вот. Поэтому примерно как-то так. А так, в принципе, у меня это все, так что ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на мои каналы, на Boosty, на Telegram. Буду вас везде ждать. На этом у меня все, так что всех люблю и всем пока!